Каждый ребенок хочет быть похожим на своих родителей. Ну, я в том числе, наверное, пытался быть похожим на своего отца. Пытался, наверное, воплотить в жизнь его мечты в большей степени, поскольку каких-то сверхвысот в спорте он не добился, и все это перенеслось на меня. Спорт в моей жизни пришел очень рано. Я не помню, как это происходило. Я соревновался всегда, я соревновался со всеми. То есть мои родители всегда устраивали какие-то соревнования между моими друзьями, моими одноклассниками, и тренировки в большей степени какой-то игровой, наверное, форме, они присутствовали всю мою жизнь. После того, как я периодически начал побеждать в различных соревнованиях, это уже стало такой, так скажем, закономерностью, и я сам начал осознавать, что я чуточку сильнее, чуточку быстрее, чуточку лучше чувствую себя именно в соревнованиях, я побеждаю, и именно тогда уже начало формироваться мое сознание о том, что действительно спорт должен стать смыслом моей жизни, моей работы и моим хобби. И, наверное, лет в 16 я полностью уже определился с тем, что чем я занимаюсь, что мне нравится, и, наверное, все.